Ставлю себе в левый ряд. Соответственно, красный. На перекрестке направо. Соответственно, тут и знак стоит. Эта полоса правая идет только направо. Вот он сам знак. Только направо. Включаем поворотник, справа от нас рельсы, головой крутим, поезд смотрим, поезда нет, трамвай, как люди любят называть, двигаемся, в левый ряд перестраиваемся, перестраиваемся, вот. Еще левее возьми, по центру дороги ехать не нужно. Что этот знак означает? Нужно остановиться обязательно. Движение без остановки запрещено. Перед знаком или на пересечении проезжих? Да, пересечение. Пересечение проезжих частей. Куда опять? Стоим. Немножко. Не надо. Так, справа. Как дядька встал, нельзя поворачивать. Сейчас всю дорогу загородил. Молодец, спасибо. Водитель, супер водитель. Немножко высовывайся вперед. Что ты так остановилась? Поближе нельзя, ты же дверь откроешь, нас несут. Ну, мне сказали, нельзя ехать по этому. По обочине? Да, я поэтому и закрыл. А эта полоса что означает? Вообще останавливаться можно было? Да. Что она означает? Край проезжей части. Единственная полоса, которую имеет право пересекать. Для остановки транспортного средства.